Всем огромный привет, друзья! Сегодня мы приготовим необыкновенно вкусный рулет из кабачка с фаршем. И для начала на растительном масле обжариваем мелко порезанный лук. Как только он обжарился, к нему отправляем куриный фарш. Все хорошо перемешиваем. Солим, перчим и обжариваем до готовности. Теперь добавляем помидоры мелко порезанные, укроп, обжариваем еще буквально минуту, все хорошо перемешивая. Пробуем на соль и убираем с плиты. Далее нам понадобятся кабачки. Кабачки я тру на крупной терке. Далее их присолю. Перемешаю и уберу буквально на 15 минут в сторонку, для того, чтобы кабачки дали сок. Теперь берем яйца. Их нужно взбить, ну буквально чуть-чуть, вот до такого вот состояния. Теперь берем кабачки и хорошенько их отжимаем. И уже отжатые кабачки я выкладываю в яйца. Теперь сюда добавляем соль, перец, майонез, укроп мелко порезанный, зеленый лук мелко порезанный. Все хорошо перемешиваем до однородного состояния и в самом конце вводим муку. Опять все хорошо перемешиваем, пробуйте на соль и убираем на противень. Противень я застелила пергаментом, смазываю растительным маслом. Выливаю сюда получившееся тесто и распределяю его по всему противню. Ставить это дело нужно в разогретую до 200 градусов духовку вверх-вниз на 15 минут. Вот такой вот получается у нас рулет. Посмотрите, как я сейчас буду его переворачивать. Вот таким вот образом его нужно перевернуть. Снимаем бумагу и выкладываем сюда фарш. Теперь я помогаю пергаментом снизу и заворачиваю это все в рулет, потому что очень нежный получается тесто у этого рулета. Теперь это все убираю вот в такой вот у меня противень, смазываю все майонезом и опять мы ставим в разогретую до 200 градусов духовку вверх-вниз на 10 минут. Вот такой вот рулет получается. Очень нежно и очень вкусно, друзья, попробуйте сделать невероятно вкусный рулет. Приятного вам аппетита! Если вы приготовили по нашему рецепту, пожалуйста, оставьте свой комментарий. Спасибо, что вы с нами, дорогие друзья. Еще больше рецептов вы найдете на нашем канале.